26-й квартал. Гордо называет свой район Владимир Воронцов. Здесь он когда-то работал участковым. Сегодня задерживать нарушителей уже не приходится, но за порядком шутит, по привычке все равно следит. Тебе это мой родной квартал 26-й. И я, по сути говоря, не только в части порядка, ну, в смысле, общественного, также и санитарный порядок. На уборку жители Куйбышевского района готовы выходить и в субботу, и в среду. Говорят, день недели, время года и прочие условные, по их мнению, факторы никакого значения не имеют. Сейчас, когда повсюду город приводят в порядок после зимы, жители трудятся с особым энтузиазмом. У меня уже дома и грабли, я председатель дома, вот, и грабли, и метелки, и лопаты. Кого на улице увижу, выхожу вот после работы. Говорю, давайте поработаем. И иду с ними тоже работать. Вот и сегодня тоже. Тем, у кого нет лопаты, грабель, но есть непреодолимое желание навести во дворе чистоту, готовы помочь районные власти. Инвентарь можно получить в управляющей организации, непосредственно в ЖЭУ, к которому относится, заранее предупредив и заявив желание принять участие в субботнике по паспорту. Взяли, поработали, дальше сдали. Конечно же, хочется, чтобы много жителей приняли участие в субботниках. Вот, ближайший, вот, который уже был проведен, 168 человек жителей, самых активных, уже поучаствовали. Уборка во дворе сегодня, говорят жители, тренировка перед большим городским субботником. Ожидается, что 23 апреля в Куйбышевском районе наводить чистоту будут около 4000 человек. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.